Артем Беляев с удовольствием катался на лыжах детского склона Вальмана. Несмотря на тяжелую форму ДЦП, оборудование инструктора предоставил фонд «Крылья ангела», но теперь такой радости у мальчика и еще 50 таких же особенных детей нет. У фонда закончились деньги на финансирование занятий. Скатывание с горы, и когда это еще круто достаточно по наклону, это некий стресс. Но он положительный, потому что все вокруг смеются, ребенок это воспринимает как игру. Он не боится, он просто ждет какого-то, ну, некого финиша. И когда он спускается, внизу он еще больше веселится, потому что он смог. Помимо лыжной площадки, фонд арендовал у Краевого дворца молодежи роллер-дром. Некоторые дети даже выступали на соревнованиях и занимали призовые места. У ребенка растет не только мастерство в конкретной игре. У него улучшаются двигательные навыки, познавательные. Он учится мыслить по-другому, ставить задачи, искать пути их достижения, добиваться результата. А на тренировках и соревнованиях ребята учатся взаимодействовать, учатся работать индивидуально, учатся работать в команде. Пару лет назад на запуск проекта «Лыжи мечты», идея которого принадлежит семье известного ведущего из Москвы Сергея Белоголовцева, в Барнауле частному некрупному фонду пришлось потратить около 1 000 000 рублей на аренду площадей, оборудование, зарплату специально обученным инструкторам. Горнолыжный комплекс шел навстречу и бесплатно предоставлял лыжи и подъемники. Сейчас у тех, кто реализует проект в Барнауле, финансовые сложности. Другие крупные меценаты помогать не хотят. Получить помощь от государства на возрождение проекта фонд-участнику сложно. Можно, несмотря на поддержку Министерства спорта края. Не хватает людей для того, чтобы запустить программу в массы для сбора средств. Мы неоднократно уже пишем грант, и все ближе к тому, что мы все-таки выиграем грант на данную программу. И плюс мы будем развивать еще адаптивные виды спорта, но сейчас площадки под вопросом находятся. Министерство спорта Алтайского края, представитель администрации города Барнаула и представитель благотворительного фонда «Крылья ангела» посетили несколько площадок, которые можно использовать для занятий спортом детям с ОВЗ. В дальнейшем планируется выбрать одну или несколько из них для проведения регулярных тренировок. Такой ответ мы получили на запрос Минспорта региона. Стало известно, что для занятий на роликах уже выбрали манеж политеха, но сейчас он на ремонте. Лыжи останутся на Вальмане. Фонд «Крылья ангела» хочет адаптировать еще несколько видов спорта под детей с нарушениями двигательного аппарата и обучить минимум 3 инструкторов. Запустить проект теперь в планах на следующий год. Это значит, что найти деньги любым способом фонду нужно меньше, чем за 12 месяцев. Тем временем спортивной реабилитации в крае ожидает больше 150 семей. Полина Жданова, Александр Антропов, Илья Халяпин. День с толком.